Всем привет! Завтра начинается Черная Пятница. Вы уже нашли, что хотите прикупить? Если у вас в планах поменять свой смартфон, но вы еще не решили, какой хотите взять, то вам очень повезло. Сейчас у популярного бренда смартфоном Huawei очень вкусные цены на их гаджеты. С четырьмя мы сейчас и познакомимся. И многие смогут присмотреть что-то по своему бюджету. Смартфон Huawei Note 12 – это бюджетный гаджет с вполне вменяемыми характеристиками и привлекательным внешним видом. Помимо привлекательного вида, смартфон имеет уникальный фирменный дизайн и отличные характеристики, несмотря на то, что он находится в бюджетном сегменте. В Черную Пятницу цена будет $80. Устройство может похвастаться стильным современным дизайном, большим 6,8-дюймовым дисплеем и разрешением HD+ 720 на 1600 точек. Корпус телефона выполнен из прочных материалов, включая металлический каркас и устойчивый к царапинам экран. На удивление, Note 12 получил огромную для своего класса аккумуляторную батарею на 6180 мАч. Девайс будет работать до 2 дней без подзарядки по заявлениям. А когда приходит время подзарядки, то смарт поддерживает Fast Charge, которая позволяет быстро пополнить заряд. Под капотом Note 12 установлен 8-ядерный процессор Unisoc Tiger T606 и 8 ГБ оперативной памяти, что делает его одним из самых быстрых смартфонов на рынке в своем ценовом диапазоне. Независимо от того, запускаете ли вы несколько приложений одновременно или играете в игры, это устройство справится со всеми задачами. С коробки доступно 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить еще до 1 ТБ с помощью microSD для хранения еще большего количества личной информации. За фото и видео отвечает 50-мегапиксельный основной модуль Samsung с двумя вспомогательными камерами. С фронтальной стороны установлены 16-мегапиксельный модуль с поддержкой штучного интеллекта. В целом, Huawei Note 12 – это классный смартфон на Android 13, предлагающий ряд передовых функций и элегантный стильный дизайн. Для ребенка я не уверен, что он подойдет из-за своих размеров, но думаю, для подростка будет самое то, тем более с таким ценником. Также есть смартфон почти такой же, но чуть помощнее и с дизайном iPhone. Это Huawei Note 13 Pro. Визуально да, это iPhone. Компания просто следует современным трендам, пытается сделать доступный и надежный смартфон. Корпус приятный на ощупь, хорошо собран, а матовая задняя панель вовсе ощущается премиально. Насколько быстро работает смартфон Note 13 Pro? Так же само хорошо, как и прошлый смарт из видео. Основная фишка как раз в процессоре Unisoc T606, который производится для смартфонов и планшетов бюджетного сегмента. Его достаточно для шустрой работы системы, в нем нет никаких проблем с перегревом и прочим. Также стоит отметить, что благодаря небольшому разрешению дисплея, этот процессор еще и для игр подойдет. Оперативки у нас 16 ГБ, 8 постоянной и 8 виртуальной, и 256 ГБ внутренней памяти. Аккумулятор также неплохой, его емкость 5160 махов, это больше, чем у 90% конкурентов. NFC также имеется. Разрешение дисплея 1612 на 720 пикселей, и именно благодаря ему вы получаете небольшое энергопотребление, а также вполне неплохую картинку. Эта матрица выполнена по технологии IPS. Ей присущи как высокая яркость подсветки, так и широкие углы обзора. Диагональ дисплея 6,6 дюйма, поэтому этот вариант будет идеальным для тех, кто ищет смартфон для мультимедийных целей. А также частота экрана 90 Гц, что приятно глазу. Приятным бонусом смартфона также стала камера с разрешением 50 мегапикселей. Эта камера может снимать достаточно неплохо. Автоматический режим здесь придуман до мелочей. Что касается видеозаписи, то здесь ничего необычного. Full HD при 30 кадрах в секунду. Фронтальный модуль на 16 мегапикселей, поэтому хватает его как для селфи, так и для обычной связи в очень неплохом качестве. Учитывая ценовой сегмент данной модели, никаких проблем с ней нет. В плане фото и видео устройство хорошее. Если сравнить Huawei Note 12 и Huawei Note 13 Pro, то второй гаджет лучше по оперативной памяти и ОЗУ. Ну и дисплей 90 Гц. То есть немножко лучше начинка за небольшую прибавку к цене. Если вы из тех людей, которым нужно устройство немножко надежнее и брутальнее, или у вас работа, которая подразумевает опасность для вашего смартфона, то в этом видео и под ваши нужды будут интересные гаджеты. Это противоударный смартфон Huawei Cyber 7. Отличный гаджет для самых разнообразных задач.
Он производителен, отлично защищенный, обладает очень стильной внешностью и приятным на ощупь корпусом. Толщина корпуса составляет 17 мм, а вес 337 грамм. Эти параметры позволяют удобно пользоваться устройством, не перегружая свои карманы. Девайс защищен от ударов и воды по стандарту IP69K, IP68, MIL STD810G. Он отлично подходит для суровых условий использования. Процессор у нас 8-ядерный, Dimensity 700, 4 ядра Cortex-A76 2,2 ГГц, 4 ядра Cortex-A55 2 ГГц. И свою славу он заслужил за счет отличного энергопотребления. Производительности такому ядру хватает даже для запуска топовых игр. Оперативной памяти имеется 8 ГБ, чего более чем хватает в связке с таким процессором. Аккумулятор – важная фишка, ведь его емкость составляет 8280 мАч, а это примерно 2,5 дня активного использования. Встроенной памяти 128 ГБ и NFC для бесконтактной оплаты, конечно же, есть. Cyber 7 оснащен IPS-дисплеем размером 6,3 дюйма, разрешение составляет 1080 на 2340 пикселей и плотность пикселя 409 ppi. Еще одной фишкой является 20-мегапиксельная камера, которая отвечает за ночной режим съемки. Для того, чтобы снять фото или видео, нужно зайти в соответствующий режим, после чего на задней панели смартфона активизируются инфракрасные датчики, которые будут подсвечивать объекты, и их можно будет снимать на расстоянии до 3 метров. Такая фишка будет полезна многим. Основной же модуль камеры имеет разрешение 48 мегапикселей. Есть достаточно режимов, в которых вы сможете себя проявить. Видео – совсем не слабая сторона девайса, что среди конкурентов редко встречается. Так что смартфон полноценно раскроет себя даже в руках аматора, что уж говорить о любителях мобильной съемки. 8-мегапиксельная широкоугольная камера снимает с минимальными искажениями по краям, так что снимать пейзажи также будет реальным и с помощью данной модели. Есть поддержка сетей 5G и NFC модуль. Есть Type-C и 5 Wi-Fi. Сканер отпечатка пальцев также упомянут, но где он расположен, я не понял. Кстати, нет стандартного аудиовыхода. Смарт интересен, причем за такую небольшую цену. И флагманский смарт из нашего видео, тоже защищенник. Huawei Cyber 13 Pro. Первое, чем новинка может похвастаться, это невероятно прочный корпус. Он обладает устойчивостью к ударам, воде и пыли. Это подтверждается тем, что девайс получил самые высокие стандарты защиты IP68, 69K и уже военную сертификацию MIL STD810. Смартфон надежно защищен не только снаружи, но и внутри. Со встроенным сканером отпечатка пальцев и технологией распознавания лиц обеспечивается безопасный доступ к нему и защищает вашу личную информацию от посторонних глаз. Даже с ценником ниже среднего мы получаем производительную систему во главе с 8-ядерным процессором Unisoc T619 и 20 ГБ оперативной памяти 12+8. Памяти в размере 256 ГБ точно хватит на все игры, и фото, и видео, и другую личную информацию. Плюс есть возможность расширения памяти аж на 2 ТБ. Дисплей здесь 6,6 дюйма высокого разрешения 2408 на 1080 точек, который обеспечивает яркие и четкие изображения. С повышенной частотой обновления в 90 Гц все действия выполняются быстро и плавно, перенося еще больше визуального удовольствия от использования. Основой операционной системы Android 13 и мощным аккумулятором емкостью в 10800 мАч смартфон проработает до 1500 часов в режиме покоя или 100 часов прослушивания музыки, а это четверо суток. Фотовозможности на высоком уровне. До топовых смартфонов еще не дотягивает, но на голову выше, нежели у большинства конкурентов в своем ценовом классе. Huawei Cyber 13 Pro получил тройную заднюю камеру с основной на 64 мегапикселя плюс фронталка на 16 мегапикселей. И как же без яркого фонарика на 150 люмен, дальность света до 25 метров. В целом смарт крутой и интересный, как и все сегодняшние телефоны за свой ценник. Сейчас на все устройства в магазине Huawei действует скидка, так как черная пятница, как вы знаете. Так что переходите и смотрите все, что вам понравится. Ссылки на телефоны и на официальный магазин я оставил в описании. Уверен, что вы найдете для себя хороший смартфон по хорошей цене и крутыми параметрами. Перед покупкой я советую еще раз ознакомиться с характеристиками гаджетов, так как я мог что-то упустить и недорассказать.
Смотрите и другие мои видео с разными товарами и экономьте в эти крутые дни распродажи. Всем желаю всего хорошего. Пока-пока.